Соревнования по конному спорту на территории конно-спортивной школы «Изумруд» проходят несколько лет подряд и с каждым годом набирают все большую популярность. И это неудивительно, ведь именно Славянский ипподром является лучшим в крае. Недавно на территории спортивной школы «Изумруд» прошел первый этап 6-го открытого первенства Славянского района по конкуру «Золотая подкова». Подробности в следующем материале выпуска. За звание победителя в этот день боролись 42 спортивные пары из 5 районов Краснодарского края, в том числе и 7 воспитанников конно-спортивной школы «Изумруд». В соревнованиях приняли участие спортсмены 2 категорий – самые юные и уже опытные всадники. Им необходимо было преодолеть 11 препятствий, каждый сбитый барьер – 4 штрафных балла. А после 2-го неповиновения лошади всадник исключается из соревнований. О том, как подружиться со своим 4-ногим напарником, участник соревнований, представитель краевой столицы Максим Борисенко, знает. Вот уже 6 лет он со своим верным другом, конем по кличке Эгоист, участвует в соревнованиях. Главное – доверие, говорит спортсмен, а вот заслужить его не всем удается. Но у Максима есть свой проверенный способ. Сахар дал, все нормально, он такой допускает, он сразу лижет меня. Он всегда везде со мной, и он всегда меня выручает, если мои ошибки, то он тоже мне поможет всегда, мы с ним как команда. По итогам соревнований славянцам золото не удалось завоевать. Но это был лишь первый этап, впереди еще 5. Так что наши спортсмены еще успеют взять реванш. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».